Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Bugs Bunny Lost in Time, PlayStation 1 игра американского региона, мое слепое в ней прохождение. И мы в третьем мире уже, эпоха 1930-х годов какая-то, и у нас открылся здесь уровень, который вроде бы за 15 часов, а у меня уже 21 этих будильник. Так, и отправляемся в уровень, который называется The Big Bang White Travel. Ну что ж, тут я смогу приобрести 6 часов еще и 15 золотых морковей. Полноценный уровень. Let's get out of here, Mugsy. Okay, boss. Действительно, банк 30-х годов, гангстеры здесь, да? Ну что ж, начинаем. Что это за кнопка? Опа. Тревога какая-то. Да ну на время тут. Собака бегает. Охраняет, типа. Можно ее убить? Эй! Убить ее нельзя. Так, тут есть морковь. Нам надо успеть что-то здесь сделать. А, повторить комбинацию кнопок. Я так понимаю. Так, по-моему, вот это первая была. Потом вот это. Нет? А, не, неправильно. Собака охраняет эти кнопки. Так, сейчас другая комбинация. По-моему, вот это. Вот это и последнее. Все, открываем ворота какие-то, берем. Так, а тут как взять? Не понял я. С этой-то стороны. Еще раз на кнопку, что ли, надо нажать? Тын-тын. Так. Ну-ка, дай-ка. Да отвали. Вот это? Убили меня, блин. Собака тупая. Угу. Так. Нет, не так, ошибся. Или я не смогу открыть оставшуюся решетку? Не понимаю. Ага, открыл. То есть тут два раза надо было пройти это испытание. Собираем 4 золотые моркови. Так, я ж тебе напинаю. Напинаю тебя. Так, а зачем? А, надо, наверное, было ей кость давать, отвлекать. А я что-то вот только сейчас про это подумал. Ой, а что это? Да, собаке нужно было дать кость. Чтобы отвлекать ее. Потом напинать ей как следует. Ладно, давай еще я ей одну кость дам. Интересно, как долго она ее грызет. А мы идем дальше. В зал. Так, у нас босс. У нас босс. Я, кажется, догадываюсь, как его валить. Наверное, надо кидать коробки в него. О, ни хрена себе. Ты бомба еще.
кто-то кидает сверху. Тут кто-то помогает валить босса, я так понимаю. Блин, как так промазали? А, или просто бомбы кидать в него. Хорошо. Ну я вот тут вообще сейчас ничего не делаю. То есть... Я бы мог. А, я мог. Вполне себе. Так, и кто там? Ну все, закончился босс. Так, часики есть. За решеткой. А, нам взорвать надо вот эти решетки. Понятно. Да, взорвали решетку. Берем тут часы. Первые. И моркови обычные. С двух сторон надо это сделать. Причем. Ага, отлично, вторые часики. Great. Приобретаем. И тут моркови. Все. Здесь вроде бы все собрали. Так, зачем нам ящики? Вопрос интересный. Куда мы могли бы залезть? Ой, тут еще может упасть что-то. Она бесконечно тут падает. Подожди, я тут могу куда-то забраться, но куда пока не пойму. А, он перестал кидать, что ли? Нет, не перестал. Так, сюда ключ какой-то надо найти. А, может, надо еще что-то взорвать? Дверь, например. Все может быть. Нет, вместо ключа не взрывается. Не, не помогает. Так, допустим, я поставлю сюда три ящика. Вот так, стопкой. О, я его взорвал. А, почему вопрос, восклицательный знак зажегся сейчас? Он сам не взорвется, да, я так понимаю? Я даже прыгнусь. Нет, он сам не взрывается. Тогда я не пойму, а что надо, куда? А, вот ключ тут есть, оказывается, сверху. А-а-а, я даже не заметил, что здесь ключ лежал. Так, ну я знаю, как его взять. Дурлокет. Тебе необходим ключ в бане. Понятно. Почти забрал. Почти забрали. Есть ключик. Все, пошли дальше. Открывать дверь. Окей, выходим. Поднимаемся на второй этаж. Ага, все, разбежался отсюда. Гангстер. Пнуть его разочек. Он мне морковку дал, но обычно. Гангстер в цветке. Так, ой-ой-ой, книжная полка, она еще упала. Ты, тварь. Что-то много вас тут развелось. Ты смотри, золотые моркови есть в цветах. Надо цветы проверять, эти горшки все. И на тех. В них попадаются хорошие вещи. Может, перестанешь? Ага.
патроны заканчиваются, перезаряжать оружие надо. Вот это напоминает Crash Bandicoot, где там тоже надо было прятаться. Pinstripe, по-моему. Очень напоминает этот момент. Так, еще одна золотая морковка. Седьмая уже на уровне. Так, в этом горшке ничего не видно. С зеленой травой. Ауч! Забыл я про этот книжный шкаф. Ауч! Давай, перезаряжай свой. О. Так, куда-то я добрался. Что это? Kick the switch to activate elevator. Kick? Кик ударит ногой, то есть, ага, вызываем лифт. Лифт приезжает, и мы выходим отсюда. На другой этаж, да, нам? А я могу вот так спрыгнуть? Могу. Без проблем. А если я сейчас... Так, а тут у нас все закрыто, да, уже? Да, закрылась дверь, кстати. Первый зал. Хочу одну вещь попробовать сделать. Если я, допустим, возьму ящики в лифт. Мы поедем? Поедем. Не, ну мало ли, может мне там пригодятся. Биг Банг продолжается. А, нет, ящиков нет. Внутри банка. Inside the bank. Вот какие-то двери. О, их можно открыть как. Смотри-ка, я уверен. Так, что слева? Опа, морковь. Тут какие-то чайники выходят там. Проверять. Нет ли никого? Так, тут ничего не вижу. Здесь тоже выходит. Тут тоже есть морковь, я смотрю. Ага, заметил меня. И что, у тебя бесконечные пули? Так, а ну-ка, выйди еще раз. Там золотая морковь нарисована на двери. А куда он ушел-то? И как мне к тебе пройти? Интересно. Это, короче, о, ТНТ, я понял. Вот надо что сделать. Ну-ка, давай, выходи. А чё он перестал выходить-то? Боишься? Не выходит. Вот тебе, козел. С дверь взорвали, к чертовой матери. Так, ну пройти туда нельзя, понятно. Так, а мне бы еще такой ТНТ. В другую сторону. Есть вот. С этим моркови только. Причем обычные. А, вон еще один. Тут тоже только морковь. Здесь у нас... Еще морковь. А вот еще ТНТ. Готов. 9 морковей. Хорошо. Еще один сейф. А вот эти боковые двери, они вот. А, это эксит, выход. Выход мне пока не нужен. Ага, увидел меня. Так, здесь морковь. Здесь морковь, здесь нет ТНТ. Здесь чисто морковь.
Вот ТНТ. Берем. Не увидел никого. Ну я-то тебя знаю. Так, и еще одна золотая морковь. Там еще одна такая дверь есть. Эй, а где ТНТ-то? Еще один взять. Не понял. Не хватает. Реально не хватает. Я отсюда уже пришел. Пришел я отсюда. Мне еще 5 моркови надо собрать. А, во! Здесь есть у нас ТНТ, оказывается. Хорошо, хорошо, понесли бакс. Там чекпоинт, кстати, можно сделать. Уф. Вылетишь отсюда. Вот эти двери, может, тоже можно взорвать. А, ТНТ, кстати, тут восстанавливается. Так, эти книжные полки тоже падать будут? Нет? Можно, наверное, их подвинуть. Вот что заграждает дверь, понятно. Дверь открыта. Так, а за это есть что-то? Книжный полк. Не двигается шкаф. Этот шкаф не хочет. Так, а еще дверь открыли. А с другой стороны... С другой стороны какая-то картина есть. Не знаю, зачем. Опа, сейф. Надо сейф взорвать, понятно. Ну давай, взрывать сейф. Бомбанем. Только тут, мне кажется, одного заряда мало. Ой, а может и нормально. Да, я, к сожалению, себя взорвал. Берем здесь 2 золотые моркови. И часы упали с потолка. Так, 3 часов еще надо найти. 2 моркови. Выходим из банка. Не, погоди, вот за этим шкафом что-то есть еще. Какая-то комната. О, здорово. Охранник. Дубина. Сейф не можешь открыть? Сейчас. У меня есть универсальный ключ. От всех проблем. Сейчас поможем узнать код. Заодно и тебя немного заденет, наверное. Ага, в сейфе был ключ. А что за ключ? Откуда? Куда? Там вроде была дверь с надписью Exit. Может, туда? Я тут ничего не вижу больше. Больше я тут ничего не... Вот, дверь с надписью Exit. Да, сюда ключик. Больше вроде не было, да, тут ничего? Ну да, все то же самое. Ладно, пошли отсюда. Куда-то. Наверх. На второй этаж. Так, часики. 4-й. Что еще у нас в этом зале? Морковь тут обычная. Это что такое за золотой слиток? И куда тебе положить надо? Может быть, вот сюда его поставить? О, ну-ка.
Что, открылось что-то? Да, проход открылся, посмотри. Здесь закрыто. Еще часики. А, спящий. Надо ключ у него украсть. Ой-ой-ой. Эй! Так, у охранника надо спереть будет ключ по стелсу. Это что? А! Можно его, кстати, долбануть. А может и не нужен стелс. Может его просто долбануть. Вот так. А вот и ключик выпал. Все, готов. Ну, я тревогу поднял. Нельзя, короче, было заходить сюда, пока охранник не убил. Он что там, очнулся, что ли? Ты издеваешься? Вставляем ключ, уходим отсюда. Тут еще есть ключ один. Что мне надо сделать? Как открыть это окно? Это. Так, ну тут вот моркови можно собрать, пособирать. Это что такое? А это? Стоп. Тут вообще окно. Да, ключ нужен. Дурлокет, ты не можешь открыть дверь бани. Плохо. Так, надо что-то подвинуть куда-то. Куда-то подвинуть. Туда не двигается. В ту сторону. А туда тоже. А, может быть, надо с помощью этой штуки забрать этот ключ. Скрыть витрину. Так вот сделаю. Ну-ка. Нет? Не, ну логично, но надо разбить ее сначала. А она заблокирована. Может кувалдой разбить ее? О, кстати, а ключ остался в замке. Ай, отвали, отвали, охранник, отвали. Ну, я же уже подвинул. Не открывается. Да ну, нахуй. А почему? А, это тоже, кстати, двигается. Не понял, куда его двигать? Зачем? Я думал, он не двигается. Не, ну он... В ту комнату, по-моему, он не двигается. И туда не двигается. То есть он только так может. Может, вот так вот надо сделать? А, запрыгнуть сверху на ключ. И разбить кувалду теперь, да? Ну-ка, пойдем попробуем. Сверху. Это стекло. Ой, а чё это? Не успел, да? Не успел. Или я её скинул сам?
не на ту кнопку нажав. Есть! Так, тут у нас морковка. А что у нас в окне? Кстати говоря, тоже что-то есть же. Тоже есть морковки. Я просто не знаю, куда мне сначала идти. Давай сюда пройдем. Еще морковь. А тут... А тут упал зеленый камень. А, еще может один упасть, кстати. Ну, чем они мне полезны? Ничем. Правильно. Так, тут есть еще морковь. Ты кто такой? Что ты тут делаешь? Что с тобой делать? Не понял. Очень интересно. Это откуда же я начинаю-то? Ё-моё. Да, давно чекпоинт я не делал. Ну, я же не надо же это все повторять, не надо. А тут тогда у нас что, морковь лежит? Охранник спит, у него ключ, а можно его по стелсу забрать? Если я буду красться. Или нельзя? Можно. Зачем создавать проблемы какие-то? Морковь потом соберем. Так, тут у нас лежит золотой слиток. На 240. А, так я его уже делаю. Подожди. Может, его куда-то надо принести? Другое место. Так закрывается вот эта дверь. Так, я поставил сюда слиток. И что это сделалось? Дверь закрылась, да? А зачем? А, непонятно. Дверь закрылась. А почему? А, нет, она открывается. Периодически. А вот эти закрылись двери. Как того ушатывать? Тоже не понимаю. А, тревога закрывает дверь. Понятно. Может, ему надо этому мужику принести этот слиток на балкон? Тебе не нужен, мужик? Ты где? Могу тебе так отдать его. Куда-то же надо его поставить. А, им вообще кидаться можно. Нихрена себе. Нет. А сюда он не бежит. Ну давай попробуем кинуть. Нет, бесполезно. Так, надо тогда думать. Может его заманить? О! Так он сам устает.
бегать за мной. Опа, лифт приехал. Он убежал на лифт. И поднялся. Для меня лифт теперь доступен. Так, одни часы я не взял. Не знаю, что делать с этим драгоценным материалом. Может, он мне и не нужен. Тогда зачем я ключ брал? Не знаю. Где лифт-то? Где-то здесь был, да? Попробуем утащить этот слиток. Так, а тут окно открыто? Погоди, а может быть мне сюда надо поставить его? Вместо ключа? Не может быть такого. Да не. Бредово, да? Звучит. Тогда забираем. Может его обменять на часы, ну, где-нибудь. А, нет, он выкинул его вообще. Банк Рустоп, крыша банка. О, ты устанешь за мной бегать. Уже устал. Стоп, тебя надо пнуть. Так, гангстер босс, на самом деле. А не этот мужик. Этот спит, но он сейчас проснется. И побежал за мной. Ты чё, не устал что ли? Сволочь. Притворяется. Блин, ну пулеметчик еще. А гангстером-то что делать мне? Во! Все, пошел обстрел. Ни хрена себе, жестко. То есть он, его гангстер надо бить, сначала завалив этого. Я понял. Надо этого повалить, потом бить гангстера. Кстати, дает немного морковей. Ух ты, начал стрелять. Давай, уставай. Еще разок. Надо его ударить. Ну давай, я тут. Схвати меня. Ох, тут какой. Защищаешься. Все что ли? Готов? И мы берем шестые часики. И уровень заканчивается автоматически. Great! Just perfect! You have completed this level! О, я еще какой-то левел открыл. The Greatest Escape! Let me save your position. Да, хочу сохранить. Thanks, Moyle! Bye! Yeah, goodbye, Moyle! И на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. О, у меня уже 70 золотых морковей и 27 будильников часов.
Пока-пока.